Здравствуйте, с вами Fashion TV и я Вики Ли. Компания Porsche является крупнейшим производителем с богатыми традициями создания спортивных автомобилей. Сегодня в доме Смирнова состоится национальная премьера Porsche Panamera. Сегодняшний вечер – это один из специальных вечеров, которые мы устраиваем в рамках презентации новой модели Porsche Panamera. И для Porsche это очень необычный формат. И многие люди, которые здесь были, они говорят, что и для Москвы это достаточно необычный формат. Для автомобильных компаний тоже. Мы устраиваем прием с представлением автомобиля в резиденции. Мне кажется, я одна из тех женщин, которая ломает стереотипы о том, что барышням лучше сидеть на пассажирском кресле. Обожаю водить. Более того, очень нравится рядом сажать профессиональных водителей мужчин и доказывать им, что и женщины могут быть за рулем очень профессиональными. И показываю класс мягкого вождения. Вообще, очень давно дружу с Маркой, те, кто представляет Porsche в России. И периодически мне дают насладиться, так сказать, ездой разных видов Porsche. Вот. Но пока мне больше всего нравится, конечно, Porsche Macan. Это прям оптимальный вариант для девочки и для города. Я леплю поисковый макет новой модели Porsche Panamera 2016 года. Это не шоколад, это специальный промышленный пластилин, который используется на предприятиях, в дизайн-студиях. Из этого пластилина делают макеты. Он не как детский пластилин, он не содержит серу, поэтому он не тает в руках. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что вы рисуете? Добрый вечер. Мы занимаемся скетчами. Грубо говоря, наброски автомобиля. Автомобиль, понятно, это новый Porsche Panamera 2017 года. Мы рисуем, воссоздаем атмосферу производства автомобиля, как это на самом деле происходит на заводе. Я традиционно угощаю гостей итальянской едой. Главный мой ресторан «Пробка», который находится на Цветном бульваре, это итальянский ресторан. Поэтому сегодня мы будем угощать нашим фирменным ризотто с черным трюфелем. Потом на выбор мясо или рыба, это либо бронзино по-сицилийски, либо стуфату, это такое тушеное мясо, аль-джованезе по-генуэзски. И потом наш фирменный десерт тирамису. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы водите автомобиль? Я вожу автомобиль прям с первого дня, как только я получил права. В моем автопарке пока нет автомобиля Porsche, но, мне кажется, здесь ключевое слово «пока». Потрясающий автомобиль, но о нем я могу говорить часами. Здравствуйте. Да. Расскажите, пожалуйста, чем вы здесь занимаетесь? Здесь ставится именной «Exclibris» для каждого гостя. Гость может на любой коврик установить свои инициалы. Вы очень стильно выглядите. А что на вас надето? Спасибо большое. На мне практически все топ-шоп. Я очень люблю демократичные марки. Английские, в основном, и шведские. А есть ли в вашем автопарке автомобили Porsche? Конечно, я давняя поклонница. У меня есть Porsche Cayenne, у меня есть кабриолет RS Spyder 60. Это лимитированный выпуск машин. Поэтому я поклонник, да. Скажите, а в чем вы сегодня? Я в Total Look Saint-Laurent. То есть вы больше любите западных дизайнеров, не российских? Нет, я люблю разных дизайнеров, просто сегодня так сложилось, что я решила под этот прекрасный ужин подобрать такой строгий и немножко интересный лук. Огромное удовольствие находиться внутри Porsche Macan. Последняя модель. Красиво, уютно, кожаный салон, просто реальное удовольствие. Просто скажите, вы очень стильно сегодня выглядите. Спасибо. В чем вы? Спасибо, взаимно, спасибо. Хочу сказать. Чтобы переходить из день на вечер, я выбрал в магазине вечерний лакированный Jimmy Choo. Брюки Антонио Марас. Комфортно, как просто тренировочный костюм. Потрясающе. И такой тромп-л'ой, полоска, ну, прямо очень-очень комфортно. И также любимый бренд Altea, который делает
трикотажные, невероятно комфортные пиджаки. А что вам больше всего нравится в автомобилях Porsche? Porsche, ну, во-первых, это автомобиль с историей. Конечно, всегда приятно, когда у марки есть своя родословная, за которую не стыдно. Ну, плюс они всегда используют какие-то, ну, действительно качественные материалы, натуральные. Не используют синтетику, а используют там какой-то шпон, настоящий, деревянный, кожу. Это все очень важно. К сожалению, сейчас много автопроизводителей от этого отходят, а Porsche, они остаются верными традициям, за что им большое спасибо. Сегодня в резиденции Porsche представлена новая коллекция одноименного бренда. Porsche – это больше, чем автомобиль. Это символ свободы и уникального отношения к жизни. Во всех автомобилях Porsche поражает гармония дизайнерской концепции, где дизайн точно соответствует функции. С вами была я, Вики Ли. I love Fashion TV.